Я прошу вас почтить минутой молчания. Исполнение
нашем фестивале, который идет с 20 февраля, обрели своих мемориальных адресатов. Дирижер Патриция Печара из Польши, композиторы Елена Шевченко, Иван Пахота, московские композиторы, исполнители Максим Шатько и Ольга Сидоренко, Ноктюрный квартет. Все они посвящали свои произведения или исполнение каких-то произведений памяти жертв противостояния. И то название, которое вы слышали, оно, конечно же, ну, не предполагалось, что так в точку попадет ситуация сегодняшнего дня. Перед тем, как начнется концерт, я хочу все-таки сказать, что это третий фестиваль дневной музыки. И в отличие от первого и второго, этот шел, сейчас идет седьмой день. Конечно, более широко представлены исполнители были. У нас прошел концерт «Барокко и современность», прошел концерт «Ноктюрного квартета», где были исполнены премьеры квартетных произведений. К сожалению, некоторые из исполнительских проектов не состоялись по понятным причинам, но они не состоялись, но отложились. И мы надеемся, что в следующих концертах, в следующих проектах они, эти исполнители и композиторы еще прозвучат. Один знаменитый поэт современности, российская поэтесса, писательница, переводчица Ольга Седокова сказала, что искусство является датчиком, с помощью которого можно написать кардиограмму эпохи. Сегодняшний концерт – это представит вам произведения молодых композиторов Харькова, звезд, талантов, кафедры композиции и инструментовки. Их произведения обозначат пики и рельефы вот такой вот кардиограммы, парадоксальной кардиограммы нашей современной эпохи. И первым прозвучит струнный квартет Оксаны Тадеуш. Оксана студентка 4 курса Харьковского национального университета искусств класса Игоря Владимировича Гайденко. И этот квартет стал для нее, конечно же, таким полем для поисков ответов на риторические, может быть, вопросы, на какие-то ситуации, сложные, непростые ситуации современности. Но не только. Квартет носит название, имена. Дело в том, что в первых, во всех частях этого квартета, их 4, с помощью алфавитно-нотной таблицы зашифрованы 2 имени – женское и мужское. И вот все действие квартета разворачивается как история встречи этих двух тем, этих двух имен, этих двух людей. Встречи, которая невозможна на ином пространстве, кроме музыкантов. Оксана Тадеуш, струнный квартет номер 1, имена. Исполняет квартет в составе. Первая скрипка – Вера Литовченко, вторая скрипка – Косарева Ксения, альт – Лидия Лакас, виолончель – Виктор Рекало. Квартет в 4 частях. Thank you.
Thank you.
Thank you.